Могут ли проверки предприятий торговли сдержать бесконтрольный рост цен? Этим вопросом задались в Торгово-промышленной палате региона. В заседании делового клуба приняли участие предприниматели, представители антимонопольной службы, правоохранительных структур и общественники. Сейчас по всей стране идут проверки увеличения стоимости продуктов. Сами бизнесмены считают, что это мешает торговле. По последним данным, из Саратова уехали 3000 предпринимателей. В свою очередь, представители проверяющей стороны уверены, что это мелкие бизнесмены, и на них проверки не могли сказаться, поскольку в основном занимаются сетевыми магазинами. Проверки эти наши проводимые, они в первую очередь на сегодняшний момент проводятся в сетевых магазинах. Это производители, крупные производители продуктов питания и готовой продукции. В отношении этих организаций мы в первую очередь обращаем внимание. Все районные прокуроры ориентированы исключительно на крупные сетевые магазины.